Самое доброе утро! Сегодня 18 августа, вторник. Чем интересен сегодняшний день, посмотрим в нашем народном календаре. Хозяйка мяту с огорода принесла, говорят, успокаивает. Что-то по бабе Наде незаметно. Вчера вон огурцы солила, а сегодня уже и лошадей плетет. День Фрола и Лавра. Они покровители конюхов и все, что связано с конями. В этот день конь-именинник, специальный пирог для конюхов пекся. И назывался он именинный. Чествовали конюхов. Вот и здесь у нас под Ярославлем были замечательные выпасы для коней. Здесь замечательные пастбища, много трав. Конь – это и рабочая сила. Конь – это и почитаемое животное. Конями украшали, сделанными из соломы пареной. Или вот из мочала играли дети и украшали потом этими конями обрядовыми дома. Ставили их или в красный угол, или на конек крыши. Ну и зачем нам все эти игрушки? Лучше бы отдохнула. Вся в трудах наша баба Надя. Но то ли еще будет.